Добрый вечер, сегодня среда, это значит пришло время программы «Серьезный разговор», которая выходит в прямом эфире. В студии Анна Монастыренко. Сегодня у нас в гостях начальник управления образованием Славянского района Елена Алексеевна Князькова и начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Николаевич Прищепа. Добрый вечер. Добрый вечер. А говорить мы сегодня будем о детях, о том, как помочь раскрыть свои способности подрастающему поколению, найти себя в творчестве и спорте, одним словом, самореализоваться. Итак, тема нашей сегодняшней программы – перспективы и возможности дополнительного образования. Прежде чем начать беседу, предлагаю нашим гостям и вам, уважаемые телезрители, посмотреть небольшую историческую справку о том, что же такое дополнительное образование и когда оно появилось в нашей стране. Давайте посмотрим. Система дополнительного образования в нашей стране формировалась из уникальных по своей сути отечественных форм внешкольного воспитания. В России оно возникло в конце 19 века в виде кружков, клубов, мастерских, дневных приютов для детей, летних оздоровительных лагерей. Это были лишь единичные внешкольные учреждения, созданные прогрессивными русскими педагогами. На государственном уровне решение о развитии внешкольного образования было принято в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения был создан отдел внешкольного образования. В 1918 году в Москве создано первое государственное внешкольное учреждение – станция юных любителей природы. А к 1940 году в СССР насчитывалось уже 1846 внешкольных учреждений, находящихся в ведении Министерств просвещения, культуры, путей сообщения, речного и морского флота, профсоюзов и других организаций и ведомств. В послевоенное время шло бурное восстановление и развитие системы внешкольного воспитания. Росла численность домов и дворцов пионеров, станций юных натуралистов и техников, загородных пионерских лагерей, детско-юношеских спортивных школ. В лучших внешкольных учреждениях страны был накоплен уникальный опыт выращивания талантов. Многие звезды кино, искусства, спорта, науки и техники были воспитанниками системы внешкольного воспитания. Чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов, Борис Спасский, актер Сергей Никоненко, режиссер Ролан Быков, глава РАО ЕС Анатолий Чубайс, руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов и многие другие известные в России и за рубежом люди. После 1991 года система внешкольного воспитания не только не распалась, но в отличие от других типов образовательных учреждений получила развитие. В соответствии с российским законом об образовании, с 1992 года внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями дополнительного образования детей. Итак, дополнительное образование в нашей стране появилось еще в начале 19 века. Сейчас век 21. Елена Алексеевна, расскажите, дополнительное образование все так же необходимо? Какие сегодня цели оно преследует и что в себя включает? Безусловно, необходимо. Дополнительное образование является отдельной структурой общей системы образования, такой же важной и значимой, как дошкольное образование, общее образование. Что включает в себя систему учреждений дополнительного образования? Это центры развития, спортивные школы, объединение творческих детей. Какие цели преследуют? Это поиск талантов детей, развитие их индивидуальных способностей, организация досуга, предпрофильная подготовка, ну и многие-многие другие. Елена Алексеевна, а вот сколько в нашем районе учреждений дополнительного образования и насколько они востребованы? То есть сколько детей их посещает? Ну, наше муниципальное образование, одно из немногих, наверное, в крае, может гордиться тем, что у нас очень большая сеть дополнительных учреждений. В нашем районе их 12 только в отрасли образования, еще достаточно много в отрасли спорта. Вот в нашей отрасли образования это 5 спортивных школ, это 3 центра развития творчества в станице Петровской, станице Анастасиевской, в городе Славянске на Кубани, это межшкольный учебный комбинат, это детский юношеский центр «Кадетское братство», станция юных натуралистов и лагерь «Ровесник», то есть их 12. Что касается детей, количество детей, они очень востребованы, эти учреждения. Охват детей 10 500. 643 объединения работает в системе дополнительного образования. Потребность большая и востребованность большая.
Телезрители уже спешат присоединиться к нашей беседе. Поступил первый звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юля. Вот у меня такой вопрос к Елене Алексеевне. Мой ребенок входит в школу искусств, в подготовительную группу. Занятия проходят 3 раза в неделю по 1 часу. Вот мы с мужем люди работающие, и водить ребенка на занятия просто нам неудобно. Расписание так составлено, что самый последний урок начинается в 4:30, и приходится по очереди то ему, то мне отпрашиваться с работы. Вот такой вопрос, можно ли как-то вообще пересмотреть расписание, чтобы было удобнее людям работающим? Спасибо. Я хотела бы уточнить, если это школа искусств, которая относится к отрасли культуры, то я ответить не могу. Если это отделение искусств, которое связано с Центром развития творчества нашего, допустим, в городе Славянске на Кубани, то я думаю, что индивидуальный график посещения можно предполагать. Я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, они по-прежнему могут дозваниваться и задавать свои вопросы. А мы продолжаем. Александр Николаевич, одно из направлений дополнительного образования – это физкультурно-оздоровительное. Цель понятна – это воспитать здоровое поколение, отличить детей от улицы. А есть ли в нашем районе база для того, чтобы дети занимались спортом? Сколько у нас кружков и секций спортивных? И, собственно говоря, сколько детей их посещает? База у нас не просто есть. База у нас одна из лучших в крае. По охвату детей в детских спортивных школах мы занимаем 2-е место в крае. Это более 57% у нас охвачено в детских спортивных школах. Это 2-й результат после города-курорта Анапы. Отрадно то, что у нас динамика есть и роста детских спортивных школ в этом году. У нас открыта еще одна детская спортивная школа. Это школа бально-спортивных танцев. Дополнительно открыто отделение дзюдо, регби, ручного мяча, тяжелой атлетики. И сейчас идут переговоры по открытию отделения гребли на байдарках. То есть есть динамика развития спорта. Охват детей. Естественно, по интересам. База как бы у нас и не только спортивная, но и мы видим, что скейт-парк – это экстремальные виды спорта. Сегодня у нас есть скалолазание. Сейчас у нас проект уже готов, будем его строить. Дальше у нас идет большая реконструкция стадиона, мы все эти видим, легкоатлетический манеж. Ну, планы большие по укреплению спортивной базы, это и футбольное поле, идет реконструкция полностью. Ну, как бы я считаю, темп задан очень высокий. И сегодня есть что показывать, есть чем гордиться, это и работа бассейна у нас. Мы знаем, что у нас отделение плавания добавилось, это на базе муниципального автономного учреждения «Дельфин». То есть, как бы здесь, я считаю, направление правильно выбрано, и все это, охват детей у нас, я считаю, тоже неплохой. Елена Алексеевна, а с какого возраста ребенка можно и нужно давать в учреждение дополнительного образования? И как понять, какое направление выбрать? Что касается возраста приема детей, то он определяется уставом образовательного учреждения. И, как правило, в наших образовательных учреждениях дополнительного образования он начинается с 5 лет и заканчивается 18 годами. Хотя возрастной ценз может быть снижен, то есть дети могут приниматься более раннего возраста, если в образовательном учреждении созданы условия, если не нарушаются санитарные правила и нормы для ведения образовательной деятельности. Каким образом и куда отдавать детей? Ну, я думаю, что каждый ребенок в раннем возрасте уже проявляет какие-то свои таланты, наклонности, и поэтому внимательный родитель это обязательно заметит. Я думаю, что не будет лишним родителю спросить совет у педагога-воспитателя, который многое время уделяет ребенку. Ну, а что касается куда отдать ребенка, то я думаю, что главное, чтобы ребенку было интересно, чтобы он с любовью шел на эти занятия. И если даже ребенок выбрал неправильное направление, я думаю, что это небольшая ошибка, это приобретенный опыт, какие-то навыки, и лишним это не будет. Александр Николаевич, а что касается спорта, вот в каком возрасте детей рекомендуется отдавать спортивные секции? И какие виды спорта стоит выбирать, и можно ли заниматься сразу в нескольких секциях? Вопрос, стоит ли выбирать виды спорта, я вообще не понимаю этот вопрос. Его не то, что как это стоит. Ну, везде.